потом война в 41 году. 6 лет я был в армии. Прощай, в этот час ты признался, мне немного взгрустнуло, не дай, как прозвучали по твоим. Родился я во время эвакуации в 41 году. Что касается военных, то я, естественно, не помню и не могу помнить войну, но ощущения я помню. Я помню ощущения в коридоре, в комнате, холод, запах холода, запах снега и утомленный сон с танго, который все время звучал, чуть ли не национальный гимн. Я скорее восстанавливал это, как восстанавливают опавшую фреску со стены. То есть живые ощущения сходились с какой-то прапамятью. То есть то, что помимо меня, это у каждого человека есть. Когда вдруг ты какой-то делаешь жест, и вдруг ты сам себе говоришь, это уже было, это когда-то было. Хотя, может быть, было не с тобой. Это связано с папой, связано с теткой моей. Тетка вернулась в 45-м году, еще война не закончилась. Она там вышла замуж, приехала беременная, а муж ее воевал. Она родила, и через 2 недели у нее ребенок умер. По ночам она вставала и сцеживала молоко, потому что молоко прибывало. Вот этот кадр, где ребенок сосет грудь и засыпает, это из впечатлений моего детства, когда я видел ночью, просыпался, мне была огромная грудь, такая светлела в сумерках комнаты. Под ракитовый кусток.